Здравствуйте, меня зовут Роман Сергеевич Осминкин. Да, очень рад я видеть вас всех по одной экрана. Вот, значит, мы все самоизолировались, кто мог, а кто нет, тот работает на общее благо. Поэтому этот лозунг отчасти это амбивалентность, некую аполитичность, да, я очень связана всегда с актуальностью, была непосредственно. Вот, и я, хоть и остаюсь дома, не связан с непрерывным производством, но, как мы знаем, поэзия – это 24/7 производство. Правда? Киса, скажи, Россия. Россия. Скажи, карантин, карантин, скажи, коронавирус. Вот, у меня такой есть умный хомяк, я с ним разговариваю, потому что бывает не с кем разговаривать, самоизоляция, дома животных у меня нету. Поэтому первая композиция для произнесения, она будет так и называться «Самоизолируйся». Императив такой, да, практически перформативный. Давайте я ее исполню. Самоизолируйся от коронавируса, самоизолируйся от коронавируса. Они там обнулились, а ты самоизолируйся. В этом правда жизни вся, все просто изолируйся. Никуда не выходи, всего Гегеля прочти, по зали не посмотри, постановки Костелочи. Пусть догнется мир бочи, пусть они там в мире все перезаражаются. А ты сиди один во мгле, тебе такое нравится. Самоизолируйся, спи, моя красавица, самоизолируйся, вернись обратно в матрицу. Солидарность, взаимопомощь, пустое это все. Сиди дома, будь как овощ, общайся с Томиком Васё. Самоизолируйся, самооргазмируйся. Как сейчас горишь твой пах. Посылаешь в мир мяснах, как горишь сейчас твой пах. Закажи-ка разные жрачки, не заразные, только жрачки. Самоизолируйся, жри, 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 жри. Прислушайся к тому, как курчишь ты изнутри. Бррррр. Собери свое, как лего, нарциссическое эго, в гладкий образ безупречный. Обнулись, чтобы жить вечно, вечно, вечно. Самоизолируйся от коронавируса, самоизолируйся от коронавируса. Они там обнулились, а ты самоизолируйся. В этом правда жизни вся, все просто изолируйся. Вот, друзья, такой вот... немножко метаироничный посыл, но, как мы знаем, он необходим сегодня нам, потому что это вот понять критический зазор некий и полностью не быть погруженным как в анализ всех этих данных и статистику, да, кривой коронавируса, так и в шапкозакидательские, да, диссидентские настроения. Нам нужно, нужно, и поэзия в этом может как-то посодействовать. Здесь минуса, минусовки я использую из музыканта нашего Антона Командирова из кооператива «Технопоэзия». Вот, кому интересно, может обратиться к этому. Так, сейчас у нас на очереди... Ha ha.
Милые сердцу частицы, хей, айда на ночь глядя молиться, хей, от суицида поможет, хей, только про крустово ложе, хей, прикарите, прикарите, куда еще куярить мне, чего еще прикажете, за что меня накажете, чего еще изволите, за что заподневолите, куда меня спроводите, за что завиноватите, к чему меня принудите, за что меня осудите, чему меня пришпилите, за что сдерете шкуры три, куда вы меня тащите, не надо меня в Кащенко, берите все, что можете, только не бейте, боже мой, я мужичок населенный, я сам иногда целили, я так боюсь насилия, что плачу от бессилия, я мужичок цисгендерный, никем тут не востребован, наладан, я дышу давно болтаюсь в проруби говном, кручусь-верчусь, как белочка, поймаю скоро белочку, сохну, словно корочка, и кончусь, как веревочка. Это белый рэп стареющих мужчин, у которых нет работы, но до хера морщин. Это белый рэп растерянных мужчин, у которых нет ответов, но до хера причин. Это белый рэп страдающих мужчин, у которых вместо слез закапан глицерин. Это белый рэп голодных злых мужчин, у которых нету денег. Это даже на хычин, даже на хычин нету денег, даже на хычин. Родина мать говорит, не парься, родина мать говорит, расслабься. И ты не паришься, и ты расслабляешься, и в это время родиной своей пожираешься. Хам! Миром правят не тайные ложи, а явные лажи. Проходи, прохожий, здесь не попросит тебя дважды. Чебуреченки из человеченки, твои плечи, твои речи безупречные предтечи, то ли рассвета, то ли заката. Скажи, в чем я виноват и почему нету работы, чтоб не до седьмого пота, чтобы денежки бежали, чтобы люди уважали, чтоб коленки не дрожали и стихи, чтобы читали. Жил по ЗОЖу, стал безбоженек, качал мышцы, читал Ницше, добил прокрастинацию капитала Маркса, йо, шел на ускорение, со что делать Ленина, мыслил политически, чуял поэтически, физик третил клерика, родилась лирика, лирика. Это белый рэп стареющих мужчин, у которых нет работы, но до хера морщин. Это белый рэп растерянных мужчин, у которых нет ответов, но до хера причин. Это белый рэп страдающих мужчин, у которых вместо слез закапан глицерин. Это белый рэп голодных злых мужчин, у которых нету денег. Даже на хычин нету денег. Даже на хычин. Такая была 40+. Вот кинозис маскулинности мы наблюдаем сегодня. А сидя по домам, сложно не превратиться в овоща. И все мы от этого страдаем. И заставляем страдать наших близких, далеких. Ну что ж, друзья. Да, у нас еще есть время. Поэтому, так как это у нас российский, собственно говоря, канал, да, и трансляция идет лично. Я сейчас прочитаю такой текст. Он призывает нас говорить как россияне. Такой лозунг покойная, к сожалению, Людмила Вербицкая, бывший ректор СПбГУ, выдвигала. Так вот, давайте говорить как россияне. Нежность. Это наручники. Филин – это станция визуально-оптических помех 5П-42, ослепляющая противника. Кант – это предатель. Армата – это танк с туалетом внутри. Экотехнопарк – это мусорная свалка. Корректировка – это повышение пенсионного возраста. Аргумент – это палка универсальная плюс один. Киса – это жидкое нестабильное взрывчатое вещество. Репост – это призыв к несогласованному митингу.
Двушечка – это срок за уголовное преступление. Вариант Б – квартира в Москве за разгон митингов. Антикоррупционное расследование – это чушь, бумажки и компот. Шепот – это акустическое оружие для воздействия на правонарушителей. Наводнение, подтопление. Самолет разбился, жестко приземлился. Взрыв газа, хлопок. Пожар, задымление. Повышение цен, индексация. Падение курса рубля, корректировка. Это кулы. COVID-19 – это внебольничная пневмония. ГУЛАГ – хорошая вещь на самом деле. Санкции – антироссийская истерия. Репрессии преувеличены. Сталин – эффективный менеджер. Оптимизация – сокращение поликлиник, детских садов, школ, учителей и врачей. НКО – вражеский агент. Пытки электрошокером. Укусы клопов. Мем. Экстремизм. Рэп. Виновник наркомании и суицидов у подростков. 282. 228. Бьет. Значит, любит. Крым наш. Жив. Колбаса сечена. Взятка с провокацией. ФСБ, КГБ, МГБ, НКВД, ОГПУ, ВЧК, правозащита, апофеоз насилия и лицемерия. Фейк – это оскорбление власти. Критика власти – это русофобия. Власть – от Бога. А запрет – это свобода.